В Иркутской области работает контактный центр для жителей по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг. По номеру 8 800 630 30 можно получить консультации по выплатам, льготам, работе пенсионного фонда, фонда социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы. Сотрудники разъяснят условия и порядок получения соцподдержки, сообщила пресс-служба Минсоцразвития. Здесь 30 человек операторов, исходя из загруженности, эта цифра может быть или увеличена, или уменьшена. Но в целом понимание, что сегодня каждый гражданин, который имеет форму поддержки, может получить, и ему разъяснят все те требования, которые сегодня происходят. Это первое. На второе, я думаю, что на этом не нужно останавливаться. Мы сегодня проговорили и про систему 112, и про систему 122. Это все системы федерального уровня, о том, что уже гражданин может любую информацию получить, и между вот этими системами должна быть сопряженность передачи звонков. И тогда мы можем понимать, что федеральная система в целом может сформировать, ну, наверное, ту возможность, когда каждый гражданин получить может информацию, в том числе не только в форме социальной поддержки как таковой, но и другую информацию, которая необходима ему в условиях его проживания или тех случаев, которые могут возникнуть.